хорошо, что никто не знает о могуществе этого волшебного места. Кукушечка, кукушечка, сколько лет я еще проживу? А сама-то долго собираешься еще прожить? Ну, наконец-то, хоть кого-то я встретила в этом дремучем лесу. Хоть кого-то в дремучем лесу? Надо же, рог на голове. Вроде грибов по дороге я не ела. Да я главная хранительница этого леса. Какие леди, и без охраны. И младшая сестра матушки самой природы. О, как тут все запущено. А ты сама-то кучерявая? Кто? И как здесь оказалась? Да, я с родителями ехала на один телевизионный кастинг. Ехала, ехала и приехала. Потом вышла из машины размяться. Ну, и похоже, заблудилась. Как не заблудиться без моба в дремучем лесу? Здесь же только солнечная поляна с одной березой, а не глянцевая сцена без единого сучка в паркете. Мое имя Пинк. Я из творческой семьи. Бабушка придумывает героев мультфильмов, дедушка сочиняет музыку, мама пишет сценарии для мультфильмов, папа снимает и монтирует снятый материал для мультиков. А ты что же делаешь в такой трудолюбивой творческой семье? А у меня самое важное занятие – смотреть эти мультики и критиковать. Да, бедненькая, тяжелая у тебя жизнь. Скажи, а как у тебя рог вырос на голове? Это мой секрет. Но тебе, белоголовый, похоже, можно раскрыть его. Похоже, мы с тобой нашли общий язык. Видится мне, что природа щедро обделила тебя во всем. Не поняла? Слушай, все равно не воспользуешься. Я каждый день втираю в свою голову эликсир жизни лошадиную силу. А, видела я по ТВ-ящику одного дядю, который тоже втирает какую-то мазь и называет ее лошадиной силой. Но рогов у него я не заметила. Значит, не лошадиную силу втирает. Или дядя какой-то не настоящий. Или неправильный. Думаю, дядя всем мозги втирает, а не лошадиную мазь. Мозги втирает? Интересный случай. А у тебя, рогатенькая, похоже, слишком завышена самооценка эликсира лошадиной силы. Ты так говоришь, как будто это я виновата, что я лучше тебя. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени, поэтому если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!